Душите его! Тихо, господа. Ради бога, тихо. Так кто ж так душит? Да яблочко, вот, вот, вот. Да не так! Вот дерутся два человека. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как определить, какой удар необходим и какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть. Прочь эту жалость! Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас жестокость лишняя. Вот это не нужно. И страшно. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин, а есть лодырь. Фельдсер Мудрич, ну какие же тут еще надо основать? Расстрелять его и крышка. Я печенкой чувствую. Печенкой? Пойдите к Власову и скажите, что я вас арестовал на 3 суток. В другой раз будете думать не печенкой, а головой. До свидания. Я пойму. Вася, немедленно спасай Ильича. Другой выход — смерть не к лицу рабочему классу!